На рынке, где торгуют мясом, девушка выбирает, что купить, и спрашивает. Бабушка, кролик свежий. Бабушка посмотрела на кролика и отвечает. Свежий, свежий. Еще вчера мышей ловил. Аэропорт. На обочине рулевой дорожки аэродромный работник обычной косой обкашивает траву около сигнальных фонарей. Накрапывает нудный мелкий дождик, и мужик накинул плащ-палатку. Косит. В этот момент Як-42 выруливает на взлет по этой самой дорожке. Дядька отходит метров на 15-20 и стоит ждет. Капюшон на голове, в руке коса. Борт катит мимо, аэродромщик приветливо машет самолету, желая ему счастливого полета. Пилот говорит по рации. Диспетчер, скажи своему косарю, пусть хоть косу положит, пока у нас пассажиры через аварийные люки не повыпрыгивали. Семья сидит за столом, все кушают. Тут теща встает, и через некоторое время на ее место падают здоровенные, тяжеленные часы. Зять грустно говорит. Эх, всегда говорил, что часы отстают. Встретились две подруги. Первая спрашивает. Твой-то муженек, как погляжу, каждый день в хламину пьяный. Лечить не пробовала? Вторая тяжело вздыхает и отвечает. Пробовала. А толку? Уговорила лечь в хорошую клинику. Главврач осмотрел и сказал, что случай очень запущенный, и что он лечение возьмет под личный контроль. Так через неделю этот главдоктор с приступом белой горячки кантовался в одной палате с моим супругом. Приходит мужик в ресторан, делает заказ. Начинает ужинать и вдруг кричит. Официант, у меня муха в супе. Официант подходит, смотрит внимательно и отвечает. Действительно? Но я думаю, что ваши опасения беспочвенны. Вряд ли столь маленькое насекомое сможет съесть весь ваш суп. Покупатель в магазине ткани у Абрама спрашивает. Скажите, а у вас есть желтая ткань? Абрам показывает рулон ткани. Покупатель с улыбкой. Так это же черное. Абрам выносит со склада еще два рулона. Покупатель. Отличное качество. Жаль только, что один рулон красный, а другой синий. Абрам. Знаете, вот чтобы совсем желтое, так и нет. Приходит Вовочка к доктору и спрашивает. Доктор, а 6-летняя девочка может забеременеть? Доктор посмотрел на него и отвечает. Нет, Вовочка злостно. Вот малая шантажистка. Мама смотрит на Вовочку перед обедом и спрашивает. Вовочка, почему у тебя грязные руки? Мальчик подумал и отвечает. Потому что я ими только что мыл лицо.